Перед началом видео я хотел бы порекомендовать канал своего друга. Называется Макс Макс, в поиске вводите Максим Белошеев, потому что, ну, раньше так назывался. У него 26 подписчиков. Короче, снимает интересный годный контент. Но, правда, выпрашивает лайки. Но на это не обращайте внимания. Он крутой человек. Подпишитесь, пожалуйста, поддержите его, поддержите меня. Он уже хочет поскорее 30 подписчиков где-то. Ну, в общем-то, мы начинаем серию. И вот мы снова играем в эту игру. Сейчас я буду играть со своим другом. Вот именно вот с этим вот Максом. Мы играем сейчас с ним. В общем-то, мы ему набираем 22-й ранг на Мортиса, а мне пытаемся набить 5000 кубков. Опять нас, наверное, будут крысить. Давай, бери банку. Мы ща... О! Опять у меня лагает. Так. Получай. Получай. Да, мы почти его убили. Да. Банки, банки, банки. Ой. Пайпер. Я сейчас сдохну. Живой. Фух. Идите вы от него, отстаньте. Короче, мы сегодня набили 4901, но мы постоянно проигрываем почему-то. Надеюсь, при вашем присутствии я не буду проигрывать, как на бас. Мой подписчик меня уже обзывает. Ты вообще в Brawl Stars играть умеешь? Ты бы знал бы, сколько у меня аккаунтов было бы. Если все их сложить, то у меня получается 20000 кубков. У тебя, например, точно один аккаунт. Там твои несколько кубков. Ну давайте, быстрее. Нет, ну вы издеваетесь просто, да? Нет, ну вы достали, мы постоянно проигрываем. Достали. Ё-моё. Ужасно просто. Правильно он дизлайк поставил. Это же нечестно. Меня постоянно, кстати, зажимают. Та дверь. Иди туда. Нет, ну ты серьезно. У меня друг был БС король, а ты еще блед король. Джингл бэмс, джингл бэмс, джингл, джингл бэмс. На, получай, король, в кавычках. Да, я. Круто. Вам. Видео идет хорошо. Встаю сюда. Почти его победили. А, в кустах там мяч сидел. Беги! Ну, это капец, похоже. Спрятался в кустах, пока там эти дебилы идут. Русские идут. А почему? Я же шел. Да почему мы постоянно на третьем месте, ё-моё?
нормально поиграть не можем просто. Просто нормально уже не можем. Вот почему? Мы ни одного первого места сегодня не заняли. Бесит. Чё он шлёт этот смайлик-то, а? Пролыш-гнеп. Шо? Пролыш-гнеп? Сейчас мы убьем этого Вольта. А там еще и Поко. Отстань. Это капец. Это капец. Это печально. Это печально. Меня убили. А он сейчас тоже сдохнет. 100 пудов. Мне 5 кубков снесут, а ему, наверное, больше, 10. Почему ты не бежишь? У меня к тебе такой вопрос. А! Да почему? Достал. Почему шлют добрые смайлики, когда наоборот надо слать злые смайлики? А там Эдисон спрятался. Нет, отвалите от меня. Там еще одни идут. Да ё! Что вы зажимаете-то постоянно? Ай! Нет, вы издеваетесь. Куда ты тимишься-то, а? Достали. Я выхожу. Один буду играть. Какое-то дерьмо вообще. Что за тупой напарник у меня вообще? Нет, ты не тупой. Просто совсем говняные, тупые люди играют в эту игру. Постоянно зажимают. Какие там еще 4 команды оставалось? Там только 3 команды было. Показывало 5 команд, когда было 3 команды. Точнее, да, 3. Бери банки, тьмо, чмо. Иди в жопу. Россия священна. Почему здесь не добавили 2-й куст? Богатырь. У нас уже 7 банок тупо. Да, давай. Иди сюда, плагой, доктор. Думает, что я ФКшу. А я ждал своего напарника. Нет, я могу назад идти. Ой! Богатырь. Тихо, видео снимаю. Плагаю, доктор.
Почти же убил его. Да, молодец. Ну, бравл тросер. Кстати, когда вот я ушел от него, то у меня лучше стало. Я как-то получше стал играть. Я кубки набил себе еще. Господи, что он пишет-то, этот моб? Давайте, ребят. Любаша 2009. Ей 11 лет, получается. Это любящие. Мади. Что за Мади? Кстати, команда красных не имеет права ломать вот эти вот ящики. Знаете почему? Да потому что ящики сами красные. Они не имеют еще нажимать на кнопку вот этих вот стрельбы, например, потому что она тоже красная. А у нас синяя команда. Ай! Ну, мне капец. Отвалите от меня. Достал проигрывать. Почему я постоянно проигрываю, а? Говно. Меньше всего трофеев. Вот, за Ниту поиграю. Не солью вообще кубки за нее. Почему мы постоянно проигрываем? Кстати, не забывайте подписываться на канал. Наша цель 60 подписчиков. Да тихо! Я видео снимаю. Ты что мне мешаешь-то, а? Не мешай. Я же тебя предупредил. Опять мешают родственники. Предупреждаю, они мешают. Ломаем ящик, мы же не красная команда. Азиз. Идите сюда, розовые. Жигит. Иди сюда, Бо. Да вы достали уже меня, дебилы тупые. И больше не хочу самую тупую игру играть. Бесит уже постоянно. Сливаю. Почему я ни один раз выиграть не могу? Вообще, что за говно такое? Говно полное. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.